Up, 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 up!
Come on!
있고 엄청 살리고 박수 쉬어야 돼 방법이 제작이 오케이 쉬어야 돼 내린 부르면서 길게 캐치 쏘셔야 돼 어! 자!
Thank you.
146. Yeah, number 8, 146, please. Yes. El movimiento del segundo ahí, el segundo, la altura. Bájate aquí ya primero a recibir para que te pare. Спортсменка выходит на первую свою попытку, 150 килограммов. Она 11 место занимает после первого движения. Покорилась ей в рывке 117. Смотрим за подходом. Ну а лидеры у нас пока отдыхают и наблюдают за теми, кто готовится
занять те или иные места в итоговом протоколе, но не способен бороться за награды. Перехватывает. Встать удалось. И фиксирует. Трое судей засчитали попытку. Таким образом, бронзовый призер чемпионата мира справляется с первым подходом. Ну и идет дальше. Ну и начинают уже ставить, соответственно, следующие веса. 152, мне показалось, поставили. 152 у корейской спортсменки. Мы подождем, когда выйдут барышни, которые 160 заявили. Ну и, соответственно, два лидера, те, кто борются за победу не только в толчке, но и в сумме. Конечно, это Мэнг Супин, китаянка, и, соответственно, Татьяна Каширина. Спокойно справляется с этим весом. Будем смотреть, сколько они будут добавлять. Сон Юнги пока 153, но это система выдает. Соответственно, вот эти девушки борются на то, чтобы как можно выше оказаться, ну и во всяком случае в сумме не выпасть из восьмерки. Хариди Шама. Килограмм. Пока у него в сумме четвертый результат. 267. О, небольшая заминка. Ох ты как. Вроде бы поймала. Вроде бы поймала вот энергию грифа. Но, значит, это обманчивое было зрелище для меня. И не справилась она. Толкнуть не смогла. Пока у нее 267 килограммов и очень мало времени, 2 минуты на то, чтобы подойти заключительный раз к этому снаряду. Тяжело. Тяжело спортсменам с такой массой большой после нагрузок восстанавливаться. Это же кислородный обмен. Представляете, какой, чтобы прокачать такую гору мышц. Ну... Спортсменка из США, вся в себе. Сонг поставила 158 килограммов, поэтому сейчас Хариди пойдет на заключительную попытку. Вот отчет времени вы видите, нововведение, которое с этого чемпионата мира, очень удобное. Минутка с небольшим. Поторопила она своего тренера, который пытался ей немножечко помочь.
размять. Недостаточно и времени, конечно, на восстановление. И, в общем-то, вес оказался один из самых маленьких, но для египтянки, по сути дела, предельный. Да? Хотя бронзу она выигрывала в прошлый раз. Чемпионка, чемпионка мира прошлого года. Роблес Сара. ...154 килограмма. Ну а Хариди пока четвертое место в сумме, 267. И четвертое пока у нее в толчке, 150 килограммов только покорились, не более. Хорошо встает. Могучая, могучая. Что сказать, все трое арбитров не увидели никаких помарок. ...158, второй подход. Сундяки не может удержать, ушла вправо штанга, пыталась южнокорейская спортсменка, пыталась она бороться. Собственно, вес у нее 110 килограммов, 173 сантиметра рост. Ошиблась в толчке, поэтому ждем второго выхода. Еще буквально две спортсменки у нас сражаются, чтобы подойти к 160 килограммам. Ну вот у Сон не получилось, она в третьем подходе будет решать. Роблес 159 предварительно и заставляет Сон выходить американку, перезаказали они. Жестче, руками, ногами. Ну, обычное, что может еще сказать
тренер, как подклеснуть. Хорошо, встает, ну, без проблем. Смотрим второе движение. Должна. Я помарок не видел, арбитры тоже. Справляется она с этим весом. Ну и теперь заключительный подход на 159. Борется с американкой. Американка 160. Предварительная заявка. Он может поднять. А вот как сон. Нет, то же самое проблема с рукой. И помощь врача Зураб Гахабришвили у нас была уже подобная ситуация с российской участницей. Но, слава богу, не столь серьезная травма локтя. Будем надеяться, что и здесь. Возникла естественная пауза. Сейчас не знаю, как повлияет это на тех, кто вот только что разминался, разогревался. И Мэн Супин, олимпийская чемпионка, сосредоточена. Вот рядом главная соперница Татьяна Каширина. Тоже сосредоточена. Таенко понимает, что против нее многократная чемпионка мира. Одна из сильнейших в сегодняшний день. В общем, человек потенциально способный был выиграть Олимпийские игры. Ну, сборную такой возможности лишили, и Мэн Супин своего шанса не упустила. Тем временем ждут, когда помост покинет травмированная южанка. И сейчас Ким Кук Хан. Ну, видимо, уходят с... Хорошо толкает, вставала так тяжело, ну, толкнула здорово. Аплодируют сейчас чемпионки мира 2015 года. Чемпионки мира среди юниоров. Напомню, что ей 19 лет, она у нас апрельская, 4 апреля 99 года родилась, и следующая заявочка у нас 167, это 165, вижу, 165 северокорейские спортсменки заявили. Очень строгая тренер, ну и представительница Таиланда. Чади. Дуангаксорн.
162 килограмма. Одна-летняя спортсменка. Первый подход в толчке. Молодец. Сделала попытку. Чайде Дуангаксор хорошо справилась. 162 килограмма Роблес Сара. Пока на третьей позиции. Если поднимет, то будет временным лидером. Но сложно за медали сражаться. Довольно, молодец. Покоряется ей 162 килограмма. 289 будет в сумме. Напомню, что 320 в сумме стандарт на сегодняшний день и 177 это стандарт в толчке. Тяжело. Ну, толкает она вроде неплохо. 65. Не знаю, по-моему, сделала, хотя чуть-чуть шатала спортсменку. Но три арбитра зафиксировали. Есть подъем. Таким образом, 165 килограммов покоряется. Таиландская спортсменка выходит. Грудь положила, встать смогла.
160 килограммов. Стоять. Ну, на мой взгляд, победила. Сама Рада. Серьезный вес. 167 килограммов. Килограммов до рекорда, и 158 это у юниоров стандарт. Год этой девушки. Ким Кук Хан. Третий подход. 168 килограммов. Очень тяжело. Ай, сражается, но придавила штанга, не смогла на нужную амплитуду вытолкнуть. К сожалению, не удается ей обойти ближайших преследователей. И в частности, она боролась с тайской спортсменкой, которая 167 покорила. Пока она у нас лидирует в толчке. И в сумме 296. 170 килограммов заявили тайские специалисты. Сейчас подготовят снаряд. Если покорится штанга, то сумма будет 299. Ну и, собственно говоря, последняя участница, которая уже в медалях, уже она с бронзовой наградой. В общем-то, она идет себе подтвердить эту бронзу в толчке. Не справляется, но хорошо выступала. Покорились ей 167 килограммов. Молодец эта участница. Она побила мировой рекорд для юниоров. Напомню, что Дуанга Ксорн 21 год. 106 килограммов весит эта спортсменка. В общем, хорошие перспективы. Ну что ж, у нас начинается борьба за золото, как в сумме, так и во втором движении в толчке. Олимпийская чемпионка Мэн Супин, 175 килограммов. Все будет зависеть от того, как пойдет. Рывок она без отсечек прошла.
Есть, есть. Это так написано. Татьяна Каширина, лидер российской сборной. Сто семьдесят восемь первый подход. Ну и помолчим. Великолепно, великолепная работа. Молодец, Татьяна, держит эмоции внутри, потому что еще нужно бороться. Но рекорд она новый установила. 177 рекорд, она на килограмм тяжелее подняла штангу. И сейчас начнется битва рекордов, потому что китаянка пока заявила 180, прибавила себе пятерку, 5 килограммов. Соперник серьезный, Татьяна все это понимает, что 181, 181, то есть даже 6 килограммов, хотят заставить русскую спортсменку волноваться, естественно. Два подхода будет у Мэнг Супин. Ну и наши специалисты, потому что вес был 180, переписывают 181 и просят тем самым Мэнг Супин первый пойти. Она, конечно, понимала эту ситуацию, понимала. 184. Так. И таким образом Татьяна Каширина. Татьяна Каширина. Ну, серьезная, серьезная битва началась. Ну, а как иначе? Как по-другому? Тактику никто не отменял. Стратегия выиграть золотую награду. И в сумме, и, соответственно, в этом упражнении. Татьяна Каширина объявляет. Приняла вызов китаянке на 6 килограммов тяжелее снаряд. Второй подход у Татьяны Кашириной 184. А, 182 идет, на 182. Не увидел я перезаписи, да, поторопился. 184 китаянка поставила. Но она серьезно себе увеличила, конечно, заявку. Это тактическая была замануха. Смотрим, смотрим. Ай, Танечка, молодец. Ай, молодец. Некомфортно показала себя, чувствует. Есть очередной мировой рекорд бит. Так встряхнуться даже после того, как бросила штангу, пришлось, может быть, поддушила где-то. Великолепно. Великолепно. 182. Чем ответит Мэнг Супин? Будет переписывать вес 184. Ну вот, заставляют выйти на 184 нашей заявкой. Напомню, что
на 9 килограммов тяжелее после первого подхода. У Мэн Супин очень важный момент. Может быть, ключевой. Закусилась победительница Олимпийских игр. Обостряется очень серьезно борьбу. У нее еще одна попытка. Бьет рекорд мировой. На 2 килограмма тяжелее подняла штангу. 184 килограмма. Ну и вот сейчас самое интересное начнется. В записях. Кто кого заставит выходить первым. 185. Доволен. Доволен наш тренер. Очень бодро Татьяна выходит. Решается судьба золотой медали. Держать, держать! Ой, молодец какая! Какая молодец! Бьет рекорд, еще в копилочку вписывает себе очередное мировое достижение. Но последнее слово у нас остается за соперницей, которая заявила 188, заставив выйти Татьяну. И вы слышали, что она сказала, что она сейчас на 188. Да, 177. И 185 килограммов, 177 стандарт. Мэн Супин. 29 лет. И Татьяне 27. Последнее движение в рывке у женщин. И завершается у них чемпионат мира. Молчим. Поздравляю вас! 330 килограммов в сумме! И три золота на этом чемпионате у лидера российской сборной, в которую все верили, от которой это, конечно, ждали. И этот груз ей не помешал бороться с очень сильной китайской спортсменкой. В сумме у Мэн Супин, 330 у Татьяны. Бит мировой рекорд и в сумме на 10 килограммов. Ну что ж, хорошо. У нас вторая потрясающая победа. Президент Федерации подошел. Конечно, все рады. Я представляю. Девчонки подошли из Туркмении, волонтеры. Видите, как искренне поздравили. Ну, олимпийская победительница довольна. Она боролась. И посмотрите, близка же была. Боец в любом случае. Хорошая у нее и мотивация была, и характер. Молодец.
очень здорово выступила. Это, конечно, были определенные переживания, это естественно, потому что ну как оно пойдет, кто знает. Снаряд очень тяжелый. Все это на пределе возможностей происходит. И, конечно же, крайне важно было, чтобы сложилось все у Татьяны. Мы с вами помним, что она... Ну вот, сильная юниорка тоже. Молодец, довольна тоже своими рекордами. Помним, что не совсем ровно у нее получилось с первым движением, была осечка, но самое главное в толчке, как говорил накануне Алексей Безбородов, что тот, кто, ну и как говорят специалисты, тот, кто хорошо толкает, у того есть шанс сделать победу в сумме. Ну и будем надеяться, что все удачно сложится у этого прекрасного вида спорта, одного из основ олимпийского движения еще далекой древности, времена Эллинских игр, древних олимпийских игр, конечно, вот поднятие тяжести – это основа основ. Бег, борьба. Метание, стрельба из лука, поднятие тяжести – это то, на чем и плавание, конечно, на чем были основаны древние олимпийские игры и что составляет костяк и основу мирового олимпийского движения. Поэтому будем с удовольствием, ну, во-первых, ждать следующего чемпионата мира следующего года. Он будет в определенной степени покажет вот тот круг претендентов. Он и так уже обрисовался, и внимание надо обращать, конечно, на молодых спортсменок. Вот представительница Таиланда. Я думаю, что и американка Роблес поборется. Сара, она очень духовитая барышня. Ну, как любые американские спортсмены, у них надо отдать должное, обладают они вот этим качеством бойцовским. Поэтому будут стараться в любом случае и обострять состязания. Пока по тем весам, которые они поднимают, никто к этой двойке фантастической приблизиться не может. Татьяна Каширина и китаянка Мэн Супин. Итоговая табличка на экране. Следом у нас вторая трансляция состязания.